Глава государства принял посла Китая в Казахстане Чжан Цяо. В ходе встречи собеседники отметили положительную динамику развития двустороннего сотрудничества. По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия по всем направлениям, в том числе в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, новых технологий, транспорта и логистики. Стороны также высказались за углубление культурно-гуманитарных связей.